Здравствуйте. Интернет-магазин из ККС. Представляем еще одну очередную новинку в это сложное время. Мы предлагаем новый телефон, который называется Land Rover O2 или можно 02. Данный телефон имеет повышенную систему защиты, имеет сертификат MIL810G, выдерживает воду, IP67, также сертифицирован. Смотрим на этот телефон. Ну, комплектация в данном случае пластмассовая коробка идет. Идут наушники. Кабель стандартный. Зарядное устройство с ключиком. Инструкция с картинках на английском и китайских языках. Что собой представляет данный телефон? Ну, во-первых, по желаниям многих покупателей, размер телефона намного меньше, чем, допустим, Land Rover A8 и A9. То есть он меньше, однозначно меньше. Имеет ниже толщину. Материал, из которого он сделан, это поликарбонат, но вот по краям это резина. То есть полностью резиновый корпус по краям, что будет защита от удара. Батарея. Батарея здесь еще более мощная, чем была в предыдущей версии Land Rover, таких как A8 и A9. Батарея на 4000 мА. 4000. Она большая, увесистая и ощущается. Две сим-карты стандартные. Поддержка microSD до 32 гиг. Видим также прокладку, чтобы не попадала вода, на двух болтах. И красивый логотип с надписью Go Beyond. Так, закручивается специальной отверточкой. Ну и вот, можно и так закрутить. Дальше включается. Имеет ряд кнопок. Кнопка включения сверху. Сразу пока включается, есть у нас кнопка прямого радио. Есть кнопка сразу написать SMS. Также функция PTT в данном телефоне реализована. Здесь мы имеем кнопку Reset и кнопку SOS и камера. Дисплей с широким углом обозрения типа IPS. Во всех углах нет искажения. Качество изображения хорошее. Телефон русифицирован. Проблем нету. Только вот приложение имеет там Play Market, название там, те, что и должны быть на английском языке. Wi-Fi, Bluetooth. Можно настроить, я говорил уже, SOS. По памяти, в данном телефоне гиг оперативной памяти, процессор 82 экономный и 4 гига встроенной памяти. Особенностью данного телефона есть, что модель называется OINOM V7H прошивки. То есть это означает, что здесь, в этом Land Rover 02, берется платформа и запчасти с известного бренда OINOM V7. Который стоит намного дороже этого телефона. Но зная качество сборок Land Rover, я думаю, что это будет очень достойная OEM-продукция. И есть очень достойная OEM-продукция. Отдельный хочу сказать по камере. Камера. Камера в данном аппарате 5 мегапикселей. Но это реальные 5 мегапикселей. Если сравнивать, например, с Discovery V6, то данный телефон намного превосходит по камере Discovery V6, а также Land Rover 8, где стоит тоже 5-мегапиксельная камера. Видимо, на это сказывается использованные запчасти в этой модели от OINOM. Вообще, что хочется сказать. Телефон удобный, небольшого размера.
не такой тяжелый, как, допустим, аналоги А9. Ну и батарея 4000 мА в соединении с процессором 6582 дадут очень хороший результат по работе, долговременной работе данного телефона. Защищенность для удара очевидная, она 100%. Дисплей склеен с тачем. Таким образом, при ударе, при тряске, при падении будет подскочит там в середине дисплей, он не разобьется. Вода, я думаю, что дождь под краном вообще не опасна для этого телефона. Под давлением выдержит 30 секунд до 2 метров. IP67 здесь реальный. Спасибо большое за видеообзор. Покупаем телефон доступный. Это тоже есть одна из его главных примет.